Но тут, как справедливо успел заметить в время Земсков, одной из своих статей, когда он этим вопросом занялся, что наши горбачевцы, они, как в общем-то, и во многих других вопросах, занялись просто прямой фальсификацией. Потому что там как получается, они вот в своем подсчете считают вот этот естественный уровень смертности за время Великой Отечественной войны как 11,9 миллиона человек. То есть это якобы берется предвоенный уровень смертности, умножается на 4,5 года, потому что там расчет идет на конец 1945 года. И вот получается такое. Но реально у нас смертность в 1940 году составила 4,2 миллиона, как об этом сообщает Земсков. Причем сопроводился комментарием, что как бы, наверное, они надеялись, что это не проверят. Соответственно, 4,2 умножить на 4,5 – это будет уже 18,9. Соответственно, получается, что как раз именно реальная смертность, естественная смертность, получается где-то на 7 миллионов больше. Ну и как раз получается, что не выходит вот этих горбачевских 26 миллионов, а, в общем-то, более верны вот эти косвенные, брежневские и хрущевские 20 миллионов.